Итак, друзья, всем привет. Ну что, мы приехали на нашу трассу. У нас нигде ничего не сломали. С новой рамой, с новой раздаткой, с новой коробкой. Кто не смотрел, можете посмотреть по предыдущему видео, установили. Попробуем преодолеть, что она покажет на испытании. Перекрасили мы колесики в черный цвет, чтобы они так не влияли. Сделали мы открывающую кабину. Надеюсь, она у нас не откроется. Ну и всем приятного просмотра. Наливайте кружечку чая, берите вкусный пирожок. А мы начинаем. Не помню, правда, какая передача включена. Поехали. Ага. Задний привод только. Включаем полный привод. Как помним, у нас на прошлой части задние мосты и передние были разблокированы. Передний мост отключили, едем только на заднем. Подстрахую я. Thank you.
Мало ли. Заехала. На самом деле. Телефон помешал. Разулись, ребята. Как на настоящем оффроуде. Прямо. Ладно. Ну что, спустимся? Так, спускаться не будем задним, ой, передним ходом, потому что она у нас перевесит. Сейчас аккуратно спустимся. Не будем насиловать. Друзья, посмотрим, все ли нормально у нас. Вроде все хорошо. Нигде ничего не сломалось. Все. Надеюсь, лайка. С вас комментарий. Лайк. И всем до новых встреч. Всем пока.